Больше сотни водителей у Могилевской области притягнули до отказности за рух автомобиля днем без близкого светлофара. Нагадаем, с 25 мая по 5 червеня у Беларуси проводится комплексное мероприемство «Увага, дети». У Дяжаўтоинспекции упэўнены, что светло на автомобиле повинно додатково притягнуть увагу юных пешеходов и попередить трагедию. Дяжаўтоинспекторы отзначают, что еще 25-26 мая за отсутность близкого светлофар и ходовых огней попереджвали водителей у теперь почали наказывать. С 27 числа уже начинаем штрафовать людей за невыполнение требований правил дорожного движения. На сегодняшний день более сотни водителей уже подвергнуты административному взысканию в виде штрафа до 2 базовых величин. Инспекторы зауважают, что некоторые водители близкое светло фар не включают, а корыстаются только ходовыми огнями. Ближний свет фары или же противотуманки надо включать, потому что, чтобы видели дети. Включаю зажигание и завожу машину. И сразу загораются они так называемые ходовые огни. Ниже фары, такие как противотуманки, это они называются ходовые огни. Они постоянно горят. Всегда. Я их выключить не могу. И на этих езжу. И это так само дозволено. Однако, кажут у Дяжаўтоинспекции, ходовые огни не треба блытать с меньш яркими габаритами. По идее, что ему штраф не дадут только потому, что он уже включил какое-то себе обозначение. Но с точки зрения правил дорожного движения, естественно, он нарушает. Вместо ближнего света могут быть использованы противотуманы. Нагадаем, обовязково рухаться с близким светлом фар и ходовыми огнями водители повинны до 5 червеня. Штраф за порушение потребования до 2 базовых величин, а это 46 рублей. Татьяна Сергейчик, Виталий Вопсев, новини региона.